успешные компании. Такие люди, это гордость Казахстана. Им не место в Заречном или в любой другой зоне. Не место на свободе, не место в свободном Казахстане. Вот поэтому я пришел. Надо бороться за свободу, за себя, за Казахстан, боритесь за свободу. Боритесь за свою свободу. Свободу Дмитрию Пестову! Свободу Дмитрию Пестову! Госсандер! 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 Молодежь, внимательно слушайте, пожалуйста. Это вам мы обращаемся. За ваше будущее мы хотим вам добро, чтобы у вас было будущее прекрасное. Сами не знаете или не видите, вы закончите все университет, колледжи, завтра вам работу найти еще хуже будет. Об этом подумайте. Так что соединяйтесь, а? Как говорится, Оян, Оян, Казахстан! Ояныңдар! Молодежь, казахстанцы, не надо бояться. Вы и так все арестованы. Сегодня вы все находитесь в Нурлаге. Посмотрите на меня. Мне 75 лет. Вся моя жизнь прошла. Карнак, Севнак, Нурлаг. Сегодня Казахстан большой Нурлаг. Вы все арестованы. Мы все арестованы Нуротаном. Нуротан идут те, кто вижу зад президенту. Вы выживете, если будете на кого-то доносить, на кого-то стучать, на кого-то писать. Вы никогда не будете свободны. Свободу Искандеру. За свободу. Человек должен этот мир приходить свободным. Никаких Нуротанов. Никаких полупиратчиков и солдатиков Казахстана! Долой коммунистов, которые развалили так мерзко Советский Союз! Долой коммунистов, которые репрессировали этим народом! Украинцев, Казахстан, здесь это Карнаги, это Нурлаги, это бесконечные лагеря, это судьба ваших родителей и дедов! Это 50 миллион наших отцов-дедов, которые погибли во Второй мировой войне. Такими молодыми, как вы,